Собрались мы с пацанами вновь в X-Ray Multiplayer Extension, только на этот раз вчетвером. Я, Мануэль, Демастер и Пугач. Нам предстоит отбить 8 волн мутантов, и в этом ролике вы увидите, получится у нас это или нет. После просмотра загляните также к остальным, потому что часто мы были в разных местах и геймплей у всех отличается. Ну а я по традиции желаю приятного аппетита всем, кто ест, пьет, а также приятного просмотра. О, Мануэль только зашел. Сразу давайте на раз, я буду чувак с сажей на лице. Я пожилой свободовец. Добрый день, господа, с вами Фладар. Демастер. Да пугач, блядь. Че ты ржешь? Добрый день, господа, я чашечку кофе сейчас налью, подожди. Кто-то это стопудово оставит. Это буду я. Здорово, пацаны, с вами Фладар. Демастер. Пугач, гоу. Ну, я Мануэль. Перед тем, как начать, наверное, стоит рассказать вообще пару слов про эту модификацию. Авторы хотят привнести в игру привычный нам синглплеер, то есть поиск артефактов, выполнение квестов. То есть мы хотим заниматься именно сталкерством, а не мультиплеер в привычном для нас понимании, то бишь дисматч. Поэтому вот есть вот такая тестовая карта, которая называется Defense. В рамках бета-тестирования здесь можно победить, попытаться 8 волн мутантов. Ну и сегодня мы собрались, максимальное количество игроков на этой карте 4, поэтому у нас максимальное количество шансов для того, чтобы разнести их головы. Проиграть. Так, все, короче, я готов. Процесс пошел? Да. Я беру ружье, все нормально. Аптечки еще иногда, смотрите, они появляются. Да. Сначала самого. РПГ я заметил, вот на том самом месте валяется, поэтому можно... А, оно постоянно, грани. Кстати, валяется, ты прикинь? А, ну, ну хорошо. Артур, а ну, у нас в прошлый раз такого не было? А, не было, да, это, скорее всего, с апдейтами завезли. Скорее всего, да. Ну, ясно. А отстреливаемся с пистолетами, и Демастер залез с РПГ. Ничего, короче, нету с собой. Демастер, да, мне кажется... Да, я так и ясно. Знал. Все, старт шикарный. Так, да ну ладно, я пойду на другой контейнер, потому что нас слишком много на одном контейнере. Давай, на, давай. Да, нормально. Да, Friendly Fire, кстати, там пишет. Не в обиде, куда лезешь? Кстати, вот я хорошую позицию занял. Прям... Меня Кобан скинул, капец. Я бегаю пока что. Давай, 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 прикрывай. Налез сквозь текстуру. А, да, первая бетон, кровь. Бетон, пацаны, бетон. Фабиашин, ты живешь? Я сдох уже давным-давно. Прикрывайте, прикрывайте, прикрывайте. Охране, я... Всё, давай, нормально, всё, живём. У меня только ХП. Опять. А, все, это уже смерть. Ну, это точно было фейк-такси, серьезно, я это оставлю. Нет, подожди, не надо. Да нет, нормально. Да все нормально, живем. Терпим, терпим. Сбылась у человека мечта, полетел. Так, по ящикам, пацаны, провизия обновлена. С блокпостом я пососал, там ничего нету. Да вообще, что вообще в этой катке, блин, пустота. Ну, это только вторая волна. Ну да, так. Ну да. Ну буду с ножом, короче, что делать-то. У меня, конечно, есть обрез, но... У меня вообще ничего нету. Надо, могу скинуть. У меня ну давай обрез и 20 патронов себе скину. Давай, давай. Хотя бы. Возле палатки ДФМ, да? Давайте к палатке, реально. Ты раненый? Я просто, его плоти повалили. Капец. Меня оттащило опять на метр. Ладно, я иду на помощь. Купец собак. Короче, я на наше старое место. Вроде отбиваемся. Я за Флодором побегу. Ну конечно, отбиваемся, за мной все бегут. Собак сколько лежит. Блять, не упал. Артур, это тебе есть. Кормом пошуршал. Не люблю собак. Это тебе за беляши. Все. Все, Артур. Беляши отомстили тебе. Сейчас, я рискну. Заметьте, как Мануэль отдыхает на трубах лежит. Я тоже не смог. Все, Демастер, ты один. А мы резаемся или как? Сейчас, подождите, тут чуть-чуть оставать. Чуть мы реально лохи, вчетвером так сливаться. Кстати, РПГ для химер. Нужно экономить. Да нет, для псевдочи, для химеры можно и подсол. А, ну да, может быть и для всех. Да все, Дима справится, что вы, нет. А ты так аккуратно подошел к ним, да, еще? Здравствуйте. Так, и че, я не рисуюсь опять? Я тоже не рисуюсь, как всегда. Да, понятно. Каждую волну дают крестик, но мне кажется, из-за того, что мы рисаемся после того, как волна кончится, мне кажется, нам ничего не дают. Так, молюсь, чтобы блокпост... Да ёб твою медь! Нету ничего на блокпосте, я тоже с пистолетом, хана. А сейчас норки будут. Не, ну в принципе, опять же, давайте по тактике, как на блокпосте тут раз, ну в смысле. Ну пойдем на блокпост, окей. Чтобы нас зажали, съели, ну давай. Охренеть. Это оно прыгает. И зачем у нас есть бочка в распоряжении? Ну, знаете, в чем плюс? На блокпост долго мутанты доходят. Они все спавнятся там у барьера, ну, да, многие. Mm-hmm. И они, короче, пока добегут, то есть не такое жесткое давление. Здесь гранаты, гранаты сзади, нормально. Подбирай, давай. Собаки пришли. Жесть творится. Оружие заклинило, нужно перезарядить. Это что такое? Офигеть, серьезно?
Да, он поломался. Кек. Сейчас, пацаны, сейчас все разрушим. Ой, тут много уже плотей всяких. Вот гранату бы сюда. Ага. Вот сюда, нате гранату. Кому еще гранату? Было неплохо. О, красавчик! Нихера да, ты там, там настругал, красава. Все, две эти. Два мутанта осталось. Плоть вижу. А. Больше не вижу. Псина у меня. Это количество мутантов так? Оставшихся, да? Да, все. Все. Это изи, лутаем. Блокпост это лутать, я к палате. А, в зеленом ящике армейском. О! Я нарез. Мне вообще повезло. У меня в палате, короче, этот... Абакан с глушителем под стол и подсольными гранатами к нему. Все, я держу для этих. Так, ну я тогда возвращаюсь на блокпост пока что. Фига ты с чем-то. Где будем встречать-то их? Опять на блокпосте? Тоже с Абаканом. А, Пугач, иди сюда, иди сюда. Давай отойдем к блокпосту, я тебе подарочек сделаю. Давай, давай, говорит, отойдем. Че ты ему там? Да у меня два глушителя заспавнилось на тебе на Абакан. Самое ценное отдаешь в подарок. Не, ну я знал, что Артур настоящий друг. А у тебя что, уже есть глушитель? Да я на ПМ прицепил нормально. Чего, я от ПМ отцепил? Верни тогда. Сейчас верну, подожди, на. Да мне на бокане, я не заметил, что было. Тогда будем тут сидеть, если люто прижимают, будем бежать, да? Я не знаю, сюда вот они не заползали. Мануэль, 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 подарок от души. А, это у меня глушитель. А где он? А где он, реально? Он всем раздает. А, он у меня в инвентаре, подожди, подожди. Артур, ты всем раздаешь, да, теперь глушители? Не, ну а что, глушители нормальные. А глушитель разве не падает урон? Да, не должен. Ладно, все, давай, поехали. А, кстати, на всякий подстволку заряжу. Так, что там? Уже сидит, смотри на него. Кабан. Да, уже чист. Воу. Нормально. О, снорки, это все. Это все. Там миллион снорков бежит, так. Не закинул. Граната, наверное. А кто гранату мне кинул? Вы че? А, это не я. Это я не тебе кидал. Пацаны, вы меня-то не кидаете гранату. Да блин, пацаны, ну вы че? Не, пока снорки этот. Они хотят Пугача, но как бы он спрятался. Они меня кусают, блин. Они хотят, они кусают. Я аптечку не знаю. Фейк такси здесь. Егор, ты, кстати, вообще нигде не спрятаться. Тут тебя даже, ну, если спрячешься, хорошо, через текстуру дамажить будут. Так что, так, короче. Я дурак. Кто у меня справка есть. Я на блокпосте. Все хорошо. А, последний мутант. Собака за Мануэлем бежит, блин. А, вы все уже за Артуром. Ты что за них гоняешься, что ли? Да он какой-то собачник, он их приманивает. Да чё собачник, я её... Ты неравнодушен, да, к собаке? Я её нарезал. Да это они ко мне неравнодушны. Я лутаю палатку. Опа! О, у меня есть артефакт, его нужно как-то использовать, чтобы отпугивать мутантов. Так, короче, я колдун цыганский. Вы потом это на видео. Лунной походкой ушел от меня такой, блин. Короче, мне еще одна ТРС выпала, молодежь. А где вообще Мануэль? Я его не вижу. Чё? Мануэль ушел, я тебе говорю, за карту. Да я же вылетел? Нет. Мануэль за картой стоит, короче, трясется. Тебя слышно? Алло, меня слышно? Ну, у Пугача шиза, смотри. У Пугача шиза. Я пришел на место, где он видит Мануэля, там никого нет. Нормально, Манузлик ходит. В смысле, ты черт? Вон Мануэль вообще около демастера. Егор, блядь. Он у меня, я тебе на видео потом покажу, у меня пуфы есть. Вот, Мануэль нормальный, вот он бегает. Ты там таблетки от шизы не забывай принимать, окей? Слышь, ты че с этим шаром бегаешь, что ты ванга, что ли? Я цыганский фокусник, я сказал. Автор символ. Цыганский фокусник, блин. Автор сбежал из дурки. Не, ну сказали то, что можно отпугивать мутантов. Ну хз, вот как? Ну я попробую завязать. Таким видом, конечно. Не понял. Я сделаю цыганские фокусы на них. Ну и шо ты меня скринишь для превью, да? Понятно. Прикинь, можно игру какую-то сделать. У тебя арт, а мы должны его отобрать. Или попасть по арту. Так, все, пошел процесс. Эй, блядь, ты мне... волна. Пугач! Так, цыганские фокусы. На. Давай, давай, Артур, мочи их. Я отпугиваю их. Они сваливают. Ну, собачки свалили, как минимум. Ну, короче, нормально, не знаю. Нормально. Они вроде, блин, они вроде не подходят. Избавиться быстрее. Где собака эта? Подашин, живи. Я живу, я живу. Правда, у меня кровотек. Не, ну это изичное место, короче. Блин, тут сидишь, они... Ну, достают тебя немножко, но, блин, ну, вот когда псевдогиги пойдут, по-другому заговоришь. Нет, да. У меня нет аптечек, пацаны, если что. Так, давай, Мануэль, подходи, я тебе аптечку кину. Где ты? Я боюсь дробовика. У меня две аптечки, пацаны, подходите, кому я надо. Я боюсь стрелять с дробовика, сказал демастер, подорвал сосыча. Все, у меня вообще нет патронов никаких. Че, ну, тебе аптечка нужна? Могу, аптечку могу дать. Но аптечка мне бы не помешала. На. Давай, где ты, подходи Фабиашин сюда. Вот, вот, вот. Все, Фабиашин дал. А, все. It's me. Эти фантомы дамажат, кстати, да? Да, 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 да. Лучше их не подпускать. А, у меня есть пси-блокада, все, мне не страшно. А, их можно ножами, короче. На, нафиг, все. Да, реально, кстати, я пси-блокаду принял, они меня вообще не дамажат. Так, ну сколько остался? Ой, блядь.
Тогда на спавне. Все. Я на спавне. Да. Я опять на блокпосте лутаю. О, айсвал выпал. А вы мой хабар, мой хабар подобрали, чини? Нет. Ля, я надеюсь, он не исчез. Я залутался. Да, у меня калаш. Я счастлив. У меня есть 3 F1, но я как лоб их кину, стопудово. У меня 3 РГДшки. А, F1, да. А у меня 4 Вога. Вога? 4 Вога. И я не придумал дальше. Блин, мне бы под ствол. Чтобы не расслаблялись. Телепат сюда, телепат. Ой, это что-то сканчивается? Да ну шо опять на меня? Кровосос вижу. Да, тоже его вижу. Готов. Да, слушай, готов. Все, химера это трындец, пацаны. Если что, найдите мне жену, скажите, что я ее любил. Вижу химеру, вижу. Так. Зажимаем. Где она? Вот она. Химера, вот она. Все, готово. Все, завалили ее. Сосы что-то бегает. Кровосос бегает. Вон еще химера. Сосочка, кровососочка. Почему одна? Сейчас будет два. Я еще одну гранату. Да бляха, найс под ствол. Давайте, давайте, пацаны, держимся, держимся. Хорош. Лю. Я без патронов, пацанов, все. Да я... Кек. Кровосос. Так, пацаны, ну чего там, нормально? С ножа давайте. У меня еще есть на лавины есть патроны. Кровосос здесь патроны. Димастер сумасшедший с ножом бегает. Все, заебался. Кто ранен? Кто ранен? Димастер. Я ранен, я с ножа. Диму, сейчас, Дим, подожди. Но я не пойду, аккуратно. Я тоже с ножа. Сейчас, да, попробую, подожди. Заедят просто, я пытаюсь отстрелять. Сейчас, подожди. А, блях, от кровосос, Дим, извини. Съели мужика. Оу, щит. Никто не хочет быть снайпером. У меня есть СВД. У меня 3 снайперских и СВД. Давай, давай. Димастер, у меня еще для тебя броник есть. Так. Шестой волны. На. Мне нужен точно антират, если у кого-то есть. Я скинул. Антират есть. Патроны, 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 вот. Алло. Контролеры, да, контролеры. Где? Контролер, вот, улыбнитесь. Все хорошо. Так, сзади, пацаны, кабаны, химеры, как всегда. Паникуем. Ну, там народа. Да, народу там достаточно, кстати. У них у всех один маршрут. Около вышки они пробегают туда почему-то, я не знаю. Ой. О, отлично, гранатка прям пролетела сейчас от кого-то. Это я. Молодец. Правда, я никого не убил, этот труп, блядь, подлетел. Не, ну красиво было. Контролер впереди, видите, снимите, кто там, у кого снайперская винтовка есть. У меня лавина, где контролер, не вижу. Давай, снайпер, пошел. Далекий контролер. Работает, работает. Живучий, зараза. Прикрываю снайпера. Больше не прикрываю. Патронов нет. А вот контролер где-то совсем рядом со мной. Да все, умер. Погиб. Лутаем. Я на палатка, залутал, говнище я просто, лучше бы не лутал. Фаби, а что лутаешь, голубой ящик? Голубой, да. О, дезетыгл, все, пацаны, вот сейчас другое патроны. Дело. Короче, если кому-то нужен новый. Ой, мне артефакт залагал, что за фигня? Новый Страж Свободы, надо кому-нибудь? Нет. Может, кого покоцанный? У меня артефакт залагал, луч надежды, блин. Ладно, так. Тогда выкидываю. Минус надежда. Зацени, что я нашел. Нет. Короче, пацаны, что кому сейчас надо, у меня, в принципе, хлеб есть. Ни хрена, Фаби. Что нашел, пулемет? У меня протек там. Нормально. А у гаусс-пушки ни у кого нет, то у меня 20 гаусс-патронов. У меня тоже 20 гаусс-патронов. Так, да, давайте сюда этих ваших псевдогигантов. О, нифига, Артур, где ты достал ПКМ? А он меня достал. Вот цыганские фокусы. Чё предпоследняя? По-моему, это уже все. Сразу видно, кто админ сервера. Это ж последняя волна сейчас будет, да? Восьмая? Почему? Сейчас седьмая же будет, только нет? По-моему, сейчас счетчик обновится и будет восьмая. Вроде, не знаю. Выброс! Я и забыл, что выброс существует. Ясно. Все, просто весь наш план под откос. Но. Ну, сидим тут до конца, короче. Надо как бы можно больше вырубить, пацанов. Если что, у нас 4 взрыва. Псевдогигант! Так, где тут паника? Пацаны, беру на себя псевдогигант. Понял! Да он бог. Да ща его обосу. Нет, или меня. Блин, это я сделал. Кто гранату кинул? Нормально? Давай, иди сюда. Я из тебя фарш сделаю. Долбит, нормально. Артур сейчас прикроет, подожди. Давай, 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 Артур, давай. Блин, кровосос. Ой, где? Ну, между делом, 100 патронов на псевдогига ушло. Это грустно. Сейчас, бегать, горит, тварь. Погнали. О, да-да, его видно, кстати. Да, погнали потихонечку в вагончик, а то сейчас этот... Че, к вагончику бежим? Давайте в вагончик, побежали. Че, я добью соса, че? Таблетосы всякие принял. Погнали. О-о-о. Так, подкинул. Два псевдогиганта. О, как больно. Вовремя мы вышли. Так.
Наваливаю. Давай, 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 Артур. Патроны кончились. Красавчик. Блять, да ну нахуй, бежим, мы сейчас не выживем. Ну все таки надо наломить. Их там двое. Там мы наверное забили, все, короче. Капец, я бегу. Четыре мутанта осталось, добейте уже, надо как-то их добивать. Да там два псевдогиганта, давай, добивай, я тебе желаю удачи. Я с дезертыгла их добиваю, пытаюсь. А где там твой РПГ, ты его уже юзал? Да я сейчас их поливаю. Опустить. Блин, я, наверное, пойду попытаюсь себя залутать. Попытайся. Пацаны, мне конец, походу. Я с грозы поливаю их, пытаюсь. Все, я залутал свой труп. Пацаны, я привел гостей! Один псевдогигант, все, полумертвый, сейчас его добью с пулемета. Давай, давай, Артур. Но! Красава! Нормально! Поджарили шашлыки. Эй, алло, этот, бежим в укрытие. Алло, этот... я могу свой труп найти, пацаны. Да забей, один мутант остался. Давайте, давайте, блин, шевели башнями. Пацаны, в укрытие. Дроу. Так, я, короче, Вова Вист. Стою. А кто? Чё? Фабиашин я. Я в аномалию наступил, блин. Лутайте меня, пацаны. Кайф, победа! Блин, Димастер 36, у меня 35, ну рядом, блин. Мы прошли. О, я больше всех убил, я крутой. Ну да, сразу. А у меня зато сколько получается? 36. 2. Первый это... столбец это чуть. А, блин. Первый столбец это количество оставшихся возрождений, у меня все возрождения есть. Я, по-моему, один раз так умер в начале. Так сколько убил мутантов? Первое возрождение, второе сколько убил мутантов, третье сколько сдох. Дим, ты чувствуешь, да, я тебе на пятки наступал прям, а единица оставалась. А четвертое что, непонятно, пустая колонка. А, пустая, да, кстати. Может, возрождение типа... Че, я жму продолжить, давайте еще раз. А вы вдвоем, когда играли, вы прошли? Нет, мы почти, но... По-моему, на седьмой стрель есть. Да. Я, кстати, ну, вот видите, а с нами вы прошли. А может вы с нами? Да, да. О, ну понятно. Хай. Ты будешь с усами, а я буду опять в саже весь. Когда помогал бате чинить машину. Это я. А я, блин, стою как это, знаешь, как будто, блин, перекачался в качалке. Димастер, ты забираешь РПГ себе или как? Или мне отдашь? Ну, хочешь, забирай. Ну, мне не очень-то и надо, если честно. А давайте я. Сразу видно, Мануэль не жадный. Да просто тащить до конца игры, да, псевдочи. Я просто... так и не понял, а Димастер-то реализовал против псевдочи или он как? Он двух псевдочи убил, да, один выстрелом. В конце двух псевдочи убил. Ну там один, правда, этот, добитый, блин, ну вот, да. Да потому что кое-кто с протекта его стрелял. Да, а то, что да, я там нормальные. Всю грозу высадил в него, не волнует, да? Опа, Димастер, ты чё? Ну хорошо, Артур, скажем так, я выполнил план, а ты помог немножко, окей. О-о-о. А Димастер ты? Да Димастер пошел в ловушку. А чё, а может попробуем не на блокпосте в этот раз, а какое-то другое место? Ну так, ради разнообразия. И видео, знаете, такое заканчивается сразу же. Все погибло. Давайте... просто одно и то же будет смотреть такое. Да. Может у вагончика попробуем? Давайте просто в чистом поле, как 4 вагонтря. А вот, ребят, такой вопрос. Тут рядом еще один вагончик, и он как-то заколочен. Мне кажется, там внутри что-то есть. Ну да, давайте попробуем сломать его. Какой, ну... А, вы про тот? Сломать, так. Просто так. Он странно заколочен, как будто там подсадка, что-то есть. Подсадка. Давайте, подсаживаю, кто там. Давай, давай, сейчас я заскочу. Вау! Блин, почти. Че, выброс? А, сейчас бы выброс на первый. Ну это, знаете, плохая примета. Нет, значит, я же говорил, Артур, я залез, кстати. Ха-ха, я могу сейчас запрыгнуть прямо туда. Что, блядь, кто меня толкнул? Это, по-моему, Димастер. Я здесь. Димастер, ну что ты сделал? Тут радиация нереальная. Пиздец, все. Тут я погибну. Отличная вторая катка. Закрой тебя теперь свой вагон. Я салют выпущу напоследок, чекайте из окна. Ой, блядь. Нормально. У меня просто дым такой на фоне. Артур печку затопил. Ого, а вы в курсе, что в вагончике гадюка валялась это время? А ты успел спереть, блин. Че, все, я спер. Давайте, короче, Артура накажем за то, что он спер. Каким образом? Да че, вы сами не взяли. Снимай штаны. Слышь? Слышь, блядь. Лютый, ты же смотри на него, а. Пацаны, стойте там. Стойте, подождите, я с фото, подождите. Че? Сюрприз! Ах ты, блядь. Крысюк. Убери свою пушку, тогда и разговор будет. Понятно. Артур, ты че в полцели? Че ты делаешь, блядь? На вас сверху смотрит? Да. Кем я пошел играть? Да чугач, чудит тут. Все подкрадывается. Да, блядь. Подкрадывается. Очень странно как-то подкрадывается. Давайте мы его из вагончика выселим. О, они сюда бегут, ребят. У нас щит подобрался удачно. Так, пугач, живой щит. Иди стой на входе, будешь принимать урон. Слышь, Артур, как эти, блин, смертники, да? О, мне норм.
давай. Ловите. Твой выход. Блять, хрен лайк. Кинул. Охренеть. Все, тут мы все и повяжем. Вот тут мы, да, наша магия. Валим отсюда, пацаны, здесь стреляют. Сохранение будет. А как тут свалишь? Нельзя. Я валю. Давай. Я свалил, все, я. Фу-фу, я живой. Великие ютуберы и Пугач Го. Да. Кто? Не понял. Это что за кибербуллинг? Великие ютуберы и какой-то ушлепок. Так это за видео. Да шутка, что вы. Я опытный сталкер. Не, так-то гадюка наваливает неплохо на начале, мне нравится. Смотри, с чем я воевал. А смотри, я раньше, да, с чем воюет, смотри, ну а нафиг. Кого чего? Здесь спасти? А вы там валяетесь под горами, блядь, просто. Мало бы подняли кто? Да я бы поднял. Понимаешь, Артур, деды воевали с ножом, смотри. Сука, тут собаки, блядь, бегают в кабанах, я не могу их ударить, потому что они в кабанах. Как бы. Вот и все. Собаки в кабанах, новое блюдо. Так, короче, ты их там режь, я... Блядь, я поднимаю тебя. Да, блядь, да меня собаки грызут. О, спасибо. Так, где? О, поднимал. Я поднял. О, поднял. О, спасибо. Все, там ящики. А, да? Все, спасибо. Блять. Тут темно. Кто это? Да у меня жопа сгорела. Да тут удачное прохождение однозначно, вот это второе. Слышь, ты ж, давай как будто в хоррорик. Сейчас бы сел. Команда. Да. Аккуратно. Да блин. Нифига там жаркий, кстати. Почему ты жаркий, если падаете? Да. Я не могу, даю жаркую птичку. Стоит такой серьезно, стреляет. Жесть какая-то. В натуре. Ну а чё бы нет? Я тоже говорю, это вообще прям... Это, походу, разработчики не учли то, что можно симба. Все как всё. Бы. Дальний голубой лутаю. Иду, в палатку иду. Правда, меня надоважил кто-то. Кто успеет, Артур, сорян. О, вот он катится куда-то. Ну ты зря так сделал, блин, на самом деле. Блин, она пустая, ну ё-моё. Ну все, до блокпоста как бы. Постоянно. У меня оранжевое кровотечение за тебя, оно не гасится аптечкой. Деренерат. У меня, кстати, есть уже подходит гранатомет и две гранаты. Чё, ничего нету? Привет тебе от султана, футышник галимый. Глаз еще, прикинь? Да, еще и глаз. Да, говорит, анимация здесь. И рассматривает мой труп. Молодцы, ребята, конечно, да. Ой, блядь, я случайно еще раз. Спасибо, Артур, я понял. Да я мышкой об лаву стукнул, у меня всегда так рандомные выстрелы происходят. Что-то хотели вроде не на блокпосте, а опять на блокпосте сидим. Ребят, не двигайте табуретками, я ебал. Макс, с табуреткой есть, чтобы в Припять улететь? Ой, все, началось. Пошел. Если сильно захотеть, можно прыгать и улететь. У меня гранаты. Ой. Очень неблагоприятная, конечно. Я профессиональный угода. Сталкер. Опять пугач на своем месте. Я отдыхаю. О, подлетел тоже. Что? Как это произошло? Чуваки, сосайте. Так, аптеку. О, живу. У тебя есть комбез, Мануэль? У меня только одетый. Ну, я сбросил, если что, кто-то подберет, не знаю. О, ТРС-ка. Я могу этот, Демастер, у тебя что по оружию вообще? Ну, только ТРС-ка, 30 патронов, магазин и все. Я тебе подарочек могу сделать. А что тут комбез валялся, исчезла? На, короче. Вот так и вот так. А что, ты ему пачку патронов кинул? Я ему гадюку свою старую отдал, 150 патронов к ней. Так, это, а дробь, не, у меня вот. 20 дроби присутствует. Штучка. Где? А? С пса? Опять мы в этом месте просто. Пугач опять с пистолетом. Пугач, ты вообще живой? Что-то молчит. Да, да. Ну что ты двигаешь табуретками? Ну реально. Помните баг вот этот вот с переходом в Припять? На Ян? Да, помню. Я хочу улететь. Мечта у человека есть. Полететь. Да. У всех она за это видео, реально все улетали уже, а я... Нет, я хочу полететь. Ох, да, я полетел, пацаны! Ты где? А? Ты где? Я мечтал человека. Ты куда улетел? Очком. Нормально. Нифига, он лютый. На кухане маленького. Тут главное, Дим, не перепутать очко и очки. Ты где, черт, невидимый. На кухане вот оно. Помощью к фейк-такси обратно. Да я не вижу его, он не выходит из низа. Вот он. Черт, да что такой быстрый? Я не успеваю за ним. Бой с тенью. Ты где? Бой с тенью или шизоид? Но! О! Все, я же говорю, они шизоид. На блокпосте пусто. Иду в палатку. А так, кому-то надо 9.39? Мне. 9.39 у меня есть, кому надо? Мне. Держи. Фабиашину.
Что ты выглядишь... это демастер, чё, блин? Я думаю, что он подошёл целиться ко мне? Я такой думаю, ну чё, где патроны? Уже химия... Кира, бюрер! О, бюрера в прошлый раз не было, нам повезло. Ну да, кстати. Так, о, он к бочке побежал. Отходите от химер. На. Да прошлый стид вообще был удачный. Следующий. Почему бочка-то не взрывается? Где вторая? Она не хочет. Ясно. Там прям он пробегал мимо нее прям. Прям, так, кстати, короче, пилот... пацаны, отвлекайте его, я со спины зайду. Вот давай, прям отвлекай. Способности... способности мутанта хорошо работают, вот прям видно. Так давай и этот, золото. Фокусили, Мануэля. Бюреры бюрерами, но у меня тут химера, блин. Я резвуюсь, потому что там хабар мой. Все, найс. Мануэль меня заводил по бояком. Мануэль? Ну, как говорится... Все, мы опять с Мануэлем, что ли, вдвоем остались? Ну да, я попал. Кого с Мануэлем? Я тут. А, ты здесь? Сори, амулет. Тут химера. Мануэль чего отдохнул. О, оно сгорело. Сейчас поправишься. Это жарко проклятая, сегодня столько жертв себе нашла. Да, блядь. Пиздец. Чего мне... это химера? Мои старые враги меня убили. Собаки? Да. Чего они с тобой бегают? Не знаю. А что тут, блядь, бочка левить? Что нахуй? Что? Ладно. Блин, почему у меня зависло-то все? Норм, я умер в позе, когда вот, типа, этот, ну, помощь требует, типа. Лёг такой. А я, короче, лежу, собака сзади подбегает и начинает грызть. Проклятый бюрер! Все, я ГГ. Ну все, капец, да ёп! Смотри, что ударяет? Просто ваншот, ванкил. Все, это все. Че, все, я еще могу. Не, резаемся, бежим лутать трупы свои. А у них нет резалок, у нас с тобой остались. Пропили. Давай как-то аккуратно. Давай, блядь, жарко не попал. Можно попробовать собаку для начала? Давай, говорит, аккуратнее, жарко бежит. Ой, это бюро, подбюка! Я там печатал просто, Мануэль, просто взял тебя, печатал. А он какой-то тварь вообще. Отвлекай его. Как говорится, не попадай под это, под руку. Полдар, он тебя пытается еще закинуть баллон. Да я вижу, он меня тут кидается говном всяким. Так, где мой труп? Он где-то тут был. Так, это кто? Это я. Нет, это Мануэль, ладно. Я пока бюро расстреляю. Где он? Вижу. Щит юзает. Да. Ай, меня стреляет, тварь! А что, там еще один, что ли? Да. О, там сзади бюрер вас. Щит лизает. Щит. Два бюрера осталось. Оу, щит. Я его на щит ставлю. Ты живой? Я живой, да. Я ты как? Давай, Артур, чуть-чуть осталось ему. Да он лох. Да он лох, не более. Да. От него говном воняет, ребят. Ножом, мне кажется, проще было его отдать. Да у меня хп мало, он меня сваншотит. Так, кто такой этот ваш бюро? Давай, сейчас он щит развеет. Добивай, дурака. Готово. О. Так, лут так, свой, Мануэль, вися. У меня твой весь лут. На. Ну, спасибо. Нам никому надо. Мой уже, наверное, исчез, нахуй. Ты обо мне позаботился, да? Да. Спасибо. О, еще две волны осталось. Все выкинул. Ну все, да. ГГ меня бессмысленно искать, пойду по ящикам. Пусто. Тут тоже пусто. Палатку лутали? Не, палатку еще нет. Я бегу к ней. Так, если кому надо, страж свободы есть. Фух, не, нашел снарягу. Есть. Ура. Тут броник, тут и джишка, тут и подствол, и гранаты, и все, я доволен. Вот если подствольные гранаты. Че, пугач делает? Ты дрова пытаешься наломать или что? Бля! На меня два контролера атаку свою применили, а мне как-то вообще пофиг. Все, у меня есть патрон, я выяснил. Но я его сильно ранен. Я пси-устойчивый, короче. Зато не собака-устойчивый. А, ну ты можешь таблетки красные завязать, если есть. А у меня нету. Они меня вдвоем две атаки провели свои, эти пси. А у меня там две палки снял и все. Все, у меня нет патронов. Ну давай, блядь. Кулачный бой. У меня 9, ты, 9 чувак. Ай, блядь. Воу. Сука, кореша подключил, так нечестно. Он мне пси-атаку делал свою. Давай, забил, блядь. Все, палатки пусты, иду на блокпост. Так, это что за конкурент тут? А, это демастер? В смысле, оставить я? Так у меня ничего нет, у меня патронов нет вообще. Нет, там есть что-то интересное в ящике? Судя по звукам, да. Демастер, смотри. Слышишь, Фрадар? Хаос. Ну что ты всем сказал, блин? Чё? Пацаны, экзоскелет. Че у тебя, че у тебя, Мануэль? Кому броню надо, нет? Зацени. Блин, я в нем бегать не могу, серьезно, что ли? У кого есть гаусс-кассеты? Я буду жмыхать. Гаусс-кассет? Нет, у меня только экза есть. Так, Димастер, стой, у тебя сгишка, я могу 25 патронов последних скинуть. Не, ну а что за прикол? А, Димастер, у тебя есть подствол? А, нет, я тебе давай G36 свой отдам. У меня 3 подствольных гранаты есть. Я тебе отдам G36 подствольникам и подствольные гранаты забери. Оно же получше будет. Вот, а я буду с гауссом. Не, вот это нихера так себе оружие. Пацаны, я танкую, если что. Не, ну он солидно выглядит. Аптечка, если есть.
Солидно. А у всех аптечки, кстати, есть. У меня а что, может, этот встанем куда-то? Я бы предпочел, наверное, вагончик, оттуда с гаусса вообще, наверное, удобно стрелять. Так, я вижу псевдо этих. Псевдожучек. Псевдолохов. Псевдолохов. Минус. Кстати, сейчас там, серьезные ребята. Можешь сливать. Флодар. Вижу псевдолоха. Псевдолоха. Я танкую. Херачу по нему. Ля, какой-то аура. Выцеливай контролеров. Флабя. Я выцеливаю крупные цели, там, псевдочи и так далее. Псевдогигант справа. Где? А, вон, так, вы меня, главное, прикрывайте, пожалуйста. Тут псевдоч подошел. Ой, ля. Демастер. Нифига броня держит, прикинь. Блин, у меня перезарядка, все, ГГ, ГГ, ГГ. Да броня держит, пацаны, вообще норм. Танкуй. 7 мутантов осталось, все. 7 мутантов и самые сложные остались. Все нормально, я танкую, нормально. За мной псевдогиги, блядь! Нормально все, у меня... А, нет. Алло, снайпера насилуют. Снайпер на холме, снимите снайпера. Хорош. Еще два псевдогиганта, ё-моё. Да. Не, ну в принципе, эти скелеты мне не сильно дамажат. Мне нравится звук гаусский, он так хлопает прям. Да блин, дайте перезарядиться, это черти, а? Ну, нахер. Хорошо. О, сейчас помру. Где еще один? Зажали, брата, сталки. Зажимай тварину. А может, на нож плохо? Нет, просто дропнулась. А давайте, он последний, на нож его. Ай, блин, ладно. О, я третий, неужели, блин? Я опять больше всех настрелял. Найс, найс. Блин, экза это прям имба. Блин, круто, два раза прошли. Сегодня все полетали. Не, я не полетал, блин, так и... Я тоже не летал. Человек в противогазе, еще человек в противогазе, человек в саже и просто... В саже, блин. Это я, кстати. Рабочий класс, кстати. Да. Давай, мастер, речь финальную толкай. Ну что тут можно сказать по поводу данной модификации? Первое впечатление, мне вот очень понравился интерфейс. Поначалу немножко с лутом были проблемы, но потом, когда разобрались, что по ящикам все спавнится... В принципе, стало все понятно. Первый раз отыграли классно, второй раз тоже было прикольно, потому что, опять же, сталкер — это реиграбельность. У нас новый лут в ящиках, мутанты спавнятся каждый раз новые. В первой катке у нас бюреров не было, потом появились бюреры, поэтому можно и несколько раз сыграть, тоже будет круто. Мутанты новые, тиммейты старые. Да, не знаю, как вдвоем, но вчетвером, в принципе, вполне проходимо. Но, опять же, нужна тактика, то есть... На удивление, я вот думал, что здесь будет все очень просто, но по факту без тактики тут не выжить. Если вот не знать, где лут, не знать, где от мутантов отстреливаться, то будет очень тяжело, и это прикольно. Все. Звук сверчков. Давайте, наверное, я там что-нибудь еще спиздану. Так. Вот это выдал. Давайте, знаете, еще что? Если много лайков наберется, много комментариев положительных, то, может быть, когда-нибудь еще соберемся и еще что-нибудь запилим. Да, что-нибудь сообразим. Тебе бы предвыборную кампанию собирать. Голосы за человека в Саше. Когда-нибудь, может быть. Рабочий класс. Сажа наше все. Я трубочист. Прочистим ваши трубы. Кого? Все, благодарим вас за просмотр. До связи. Да, да, если связи. Много лайков соберется, то мы ваши трубы почистим. Чего? Бля, вот это вставлять не надо. Короче, три элитных ютубера по сталкеру и бомж. Все, спасибо. Зачем Артура отзываешь? А, ну понятно, меня тут... Все. Сейчас такой сервер дисконнект. Все, ладно.